самое, мне кажется, самая правдоподобная версия, почему люди, очень маленькое количество людей хотят сменить пол. Самая такая версия, более-менее, которая мне понравилась, это то, что в прошлой жизни душа, дух, божественное начало жило, было помещено в женскую генетику, жило в женской генетике, а потом переродилось, попало в мужскую генетику, так наверху решили пожить теперь в мужской генетике, а душа не забыла, как она жила в женской генетике, и в мужской ей почему-то не понравилось. Вот мне, например, кошмары, если я поселю женскую генетику, ужас, я в шоке буду, ну, кошмар, короче. Я хочу только жить в женской, не хочу жить, хочу жить только в мужской генетике. Да, и в женской мне гипернеприятно было. А вот у кого так получилось, кто-то по ошибке или не знаю, почему так попал. Не в свою генетику или не в генетику жизни, которая была до этой жизни. Вот они хотят сменить пол. Или у них какие-то отклонения, не знаю. Вот это такая самая, мне кажется, объяснимая и логическая версия. Не заболевание, а мистическая такая версия переселения из одной генетики в другую по какой-то ошибке или причине, не знаю.